Мэйс, серьезно? Ты хоть понимаешь, во что ввязываешься? Ты когда-нибудь бывала в Канаде? Нет, не Грузия. Те же люди, другой город. Страна. Канада страна. И абсолютно совсем другая. И так, это не зимняя одежда. Да. Ты же знаешь, что там зима, да? А там что, надеюсь, зимняя одежда? Нет, кнуты и ножи. Твои кнуты и ножи переехали. Трикси? Я не отпущу Мэйс одну, кто-то должен ее прикрывать. Спасибо, человечек. Нет. Слушай, все будет хорошо. К тому же, ты должна остаться, чтобы присмотреть за мамой. Ты права. Без нас двоих она будет беззащитна. Не уверена, нравится ли мне, о чем вы шепчетесь. Вот, возьми хотя бы мисс Пришелицу. По рукам. А, вылезай. Удачи, Мэйс. Развлекись с кем-нибудь, пока меня нет. Эй, обезьянка, с Мэйс все будет хорошо. Я вижу, ты беспокоишься. Я беспокоюсь не за Мэйс. Я беспокоюсь за Канаду.